Я полы подмету, вымою посуду, это все я в дому. Вот натоптали-то, а? За 100 тиражей-то. Вот натоптали. А на юбилее все должно быть предельно чисто. Вот так вот. Вот так вот. А так. Че смотришь-то, а? Ну че, киваешь-то, я говорю, лети. О, полетел. Порядочек. Юбилей это дело серьезное. О! А фокса-то и нету. Нету фокса. Ну-ка. Ха! Фокуса нету. О! Вот, теперь порядок, теперь есть. 10 раз за 3, 4, 5, 6, 9. 9 на 10 – 90. Все у нас в порядочке. Вот оно все в порядочке. Ой! Кто это? Кто это? Это с кем я говорю-то, а? Это с кем я говорю? Это что же я сам с собой говорю? Это вы со мной говорите. Ой, Алекс, ты напугал-то, а? Доброе утро, уважаемый домовой. Доброе утро. Оно, конечно, еще и доброе, юбилейное и праздничное. Вот, а тут у нас... Ах ты, господи-то! Как же я чуть сюрприз не забыл-то. Вот он, сюрприз. А там сюрприз. Вот он, сюрприз-то. Вот он, сюрприз. Вот они, свечечки. 100. Сейчас мы их зажжем. Юбилей, каждая цифра важна. А он, понимаешь ли, все знает. Юбилей, юбилей. Он, юбилей. Ой, идут, идут. Вновь пришло счастливое утро! Ребят, смотрите, какой красивый торт. Я, признаться честно, обожаю сладкое. Мне кажется, а точнее я почти полностью уверен, что это сюрприз от домового. Так что, понятно, сегодня золотая подкова и лотерея 6 из 36 в сотый раз будут разыгрывать свои призы. Юбилярам предоставляется право задуть свечи на этом торте и предварительно загадать желание. Ой, мне кажется, сегодня у нас с Ильей будут одинаковые желания, да, Илья? Точно. Мы с Средой желаем всем участникам наших лотерей как можно чаще выигрывать! Так что мы вас поздравляем, конечно, и аплодисментами. Хотя, собственно говоря, сотый тираж – это детский возраст. Для любой лотереи, дорогие друзья. Ну, надо сказать, что этот юбилей вы встречаете с интересными, достойными результатами. За это время победителями двух лотерей стали миллионы людей. Точную цифру нам подскажет наш электронный помощник Алекс. Алекс, прошу. В 99 тиражах лотереи 6 из 36 выиграло 5 миллионов 392 648 билетов. В лотерее «Золотая подкова» на данный момент выиграла 10 миллионов 145 473 билета. Огромное, огромное количество счастливых людей. Алекс, а сколько же они выиграли? Было разыграно. В лотерее 6 из 36 858 миллионов 584 228 рублей. И в лотерее «Золотая подкова» 1 миллиард 391 миллион 590 738 рублей. В сумме это более 2 миллиардов рублей. Просто астрономическая сумма. И сегодня у вас есть возможность выиграть наши многочисленные призы. Может быть, кто-то из вас станет мультимиллионером.
миром. Всего в 5 лотереях сегодня будет разыгрываться 557 миллионов 452 тысячи 56 рублей. Я обращаюсь к тем, у кого в руках билеты наших сегодняшних тиражей. Немного везения, и это утро станет для вас по-настоящему счастливым. И не спрашивайте, почему. Потому что у нас выигрывают!